Всем привет, друзья, добро пожаловать на канал, с вами, как всегда, Александр. И сегодня у нас будет распаковка чехла для планшета Lenovo IDEA Tab A7620. Посылочка до меня дошла за 27 дней и стоила $8.83. Продавец оценил в $4, написал вес 200 грамм и написал, что какой-то там кейс. Значит, заказывал для приятеля, у которого как раз планшет Lenovo IDEA Tab. Вот, собственно, чехольчик он решил заказать. Давайте откроем. О, чудом не порезал, блин. Что-то я неаккуратно как-то. Давайте достанем. Ну, подарок даже нам продавец положил. Круто. Значит, что у нас? Стилус. Вот такой вот OTG адаптер. Давайте дальше откроем. Походу еще продавец положил пленочку. Хотя выбирал я, кстати, ну, одного из самых дешевых продавцов, у которых были подобные чехлы. У других было даже дороже, но подарков ни у кого, по-моему, не было. Хорошо, продавец положил прям пленочку, ничего не поцарапалось, тряпочка для протирочки, все прям, ну, продавцу просто респект. Вот я, если честно, я не помню, там в заказе было указано, что будут подарки такие или нет. Ну, вот, собственно, пришло. Пленка, стилус и OTG адаптер. Ну и, собственно, сам такой вот чехол. Так, давайте откроем, посмотрим. Здесь у нас такая вот мягкая подложка вставлена. Так, с какой стороны ее? Так, здесь у нас липучка. Да, вот так, походу, сверху планшет будет вставляться. Ну и вот здесь у нас на липучке. Ну, по качеству, в принципе, неплохо. Тут, я так понимаю, под стилус ставить. Здесь вот что вот сразу бросилось в глаза. Вот эта вот штука, она не очень ровно пришита. В целом, неплохо. Планшет все ставишь, я думаю, будет как раз. Ну, вот так вот все это пристегивается. Так, стоп. Ну-ка, давайте-ка. Вот так. Вот. Если видите, да, будет стоять. В принципе, внешне сшито аккуратно. Единственное, что пришита плохо резинка и вот эта вот штука. Но опять же, говорю, на скорость это сильно не влияет, как говорится. Вот, главное, чтобы функционал. В принципе, недорого. $8. Вполне. Я думаю, у нас намного дороже стоит. Все такое достаточно, ну, плотненькое. Да, неплохо. Думаю, может быть, годик такой чехол послужит. Вот. Ну что, неплохой чехол, в принципе, неплохой за эти деньги. Вот. Приятный на ощупь, голубой цвет, как и заказывал. Здесь строчечки все вроде так бы аккуратно. Единственное, что вот что штучка пришит немножко неровно. Ну, вот так неплохо, неплохо. Ну и плюс еще подарки тоже приятно. Так вот, не помню, зайдите, посмотрите. Ссылочка будет под видео, зайдите, посмотрите, был там подарок в лоте или не был, не могу сказать. Ну, вот. Такая у нас сегодня была распаковочка. Опять же, если понравился чехол, то переходите по ссылке, покупайте. Если понравилось видео, то поставьте большие пальцы наверх и подпишитесь на канал, если не подписаны, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.